Всем привет! Получил очередную бандероль из Китая. 31.12 пришла, добиралась она сюда около месяца. Оценена в $5. Судя по описанию, это очередной увлажнитель воздуха. Коробка, видим, мятая вся, здесь порвана. Обмотана скотчем. Сейчас распечатаем. И посмотрим, что у нас там. Перед этим я уже заказывал увлажнитель. Непонятно было, как он работал, но он потом в конце концов заработал. Видимо, не хотел работать, потому что залил его теплой водой. Вот в такой вот коробочке. Вот такой вот Android. Работать он должен также от USB. Коробка вся помятая ужасно. Вот. Можно было, в принципе, на подарок заказывать. Но вот китаец упаковал так, что ее помяли все. В принципе, может, вина и не китайца, а вина почты. А идиотов хватает везде. Кто-то решил посылкой поиграть в футбол. Так, здесь у нас еще какие-то инструкции. Это типа гарантийного, и вот такая вот инструкция по использованию на китайском языке. Все понятно, все буквы понятны. Это все в сторону. Здесь такая защелочка, видим. USB я не вижу. Рука отвалилась. Это, я так понимаю, какие-то фильтра. И отвалилась антенна у робота. Ну, сволочи на почте доигрались. Вот он, наш USB в середине, оказывается, есть. Сволочи, которым надо руки и ноги поотламывать за такие вещи, за такую доставку. За такую доставку бандеролей, посылок и прочего. Так, чтобы не поломать его. Так, вот здесь вот такая вот чаша, ниша для жидкости. Здесь отломанные руки андроида нашего. Так, в принципе, сделано качественно. Пластмасса качественная, не фуфло какое-то. Куда эти вставлять? Так, ну вот это должно сниматься. Вот оно снимается. Сюда вставляется вот этот фильтр.
Вообще хорошая вещь должна быть. На комнату 12 сантиметров, 12 метров квадратных сантиметров должна увлажнять отлично. Ну, это я все сужу по описанию. Вот сюда вставляется фильтр. Сейчас я наберу воды. Набрал воды, вставляем его. И давайте подключим. Специально принес, поставил рядом ноутбук. Ну вот так засветился он. Выключился. И вот теперь пошло, видите, пар пошел. Видно, как парует, да? Ну вот такой вот робот. В принципе, товар качественный. Товаром доволен, но почту, я не знаю, почту Украины или какая-то международная почта, но за эти вот, за эти вещи, вот за такую доставку, вот такой вот мятой коробки, это я не знаю, это такую тварь надо гнать с этой почты драным веником. Ну и китайцу, соответственно, необходимо было упаковать его более как-то получше, потому что я думаю, если бы был упакован хорошо, то и проблем бы таких не было. Так. Теперь почему-то уже не работает. Теперь работает. Ну вот тут. А вот выключаться не хочет. Здесь защелочка. Вот до конца доводишь защелка, и щелчок срабатывает. Вот тогда оно включается. В принципе, слабенько оно так идет. А вот выключить не получается. Вот такой вот Android. Кому интересно, заказываем. В принципе, так нормально. Стоимость его около 6 долларов. Это на Алиэкспрессе довольно-таки неплохая цена, так как в основном такие увлажнители от 10 долларов. В общем, кому интересно, заказываем. Ссылку, если не забуду, приложу в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!